Привет, все. Я как-то слабо чувствую. Ненавистно из-за ковида. Или там много выпил или еще. Надеюсь, завтра я проснусь, все будет лучше. Что происходит на Украине, это просто ужас. Ну, вы очень смело воюете в защиту Украины. Спасибо за всю любовь и поддержку. Жалко, я не знаю украинский язык. Как там меня тревожит, не знаю. Ну, я хочу как-то пойти на мирный договор, чтобы эта война уже закончилась. Это просто... Там, не знаю, как сказать. Пидорас Путин. С кем я должен этот договор сделать? Я просто хочу уничтожить Украину. И... Я не знаю. Все очень плохо. Я даже не могу сообразить, как жизнь там идет. В вашей стране. Я увидел новое видео. I'm not okay. Как-то сделали после песни плакала. Или как-то так название не полностью помню. Слушайте, давайте пойдем на мирный договор. Эти русские какие-то роботы просто идут убивать людей без причины. Потому что, ну, Россия физически по размеру большая страна. И такая, хотят показать, какие они сильные. Не знаю, чего они это все делают. Ну да. Мы увидим, как будут с моей простудой. У меня, как сказать, христианские силы и инопланетянные силы меня держат живым. Не то, что умираю, но когда мне дали тот смертный укол, я как-то выжил. Да, если там санкт спас мою жизнь, которую я видел, проснулся или... Инопланетяне как-то мои органы излечили или что-то. Я честно не знаю. So, я вас очень сильно люблю и желаю быстрее конец этой войны.